Да, он еще не спать, еще рановастенько. Сколько у нас время уже? Время час. Все тихо, спокойно, мирно. Алекс, не пали ты контору. Нет. Нет. Вас снимаю, все у меня в прямом эфире. Это хайпануть решила, вышла. А мне больше хайпануть-то негде. У меня мало подписчиков, поэтому подписывайтесь на меня. Макс тоже мало подписчиков. Да. Потому что я не хайпажор. Давайте заберем друг у друга подписчиков. И у меня не фейковые, по крайней мере. Я не обращаюсь, Ира, к этим людям, которые, знаешь, подпишитесь там на меня. Там, да? Не, я пишу так. Я дам 200 рублей, если вы мне сделаете 5000 подписчиков. Под фотками, где, ой, слушайте, я за неделю заработал 40 тысяч рублей, подписывайтесь на мой аккаунт, это от меня. Алло, Томочка, привет, родная, как у тебя дела? Тома, Томочка, как твои дела? Так, давайте еще раз посмотрим, что ты кубуешь. Ну-ка, покажи мастер-класс, как ты катаешь тесто. Я не катаю. Давай, показывай. Я моделирую. Покажи мастер-класс, как ты катаешь тесто. Икру? Будет? Да блин, опять эти... Давай. Кыш отсюда. Так, посмотрите, она кладет какую-то фигню. Да это не фигня, это тесто. А что это? А, извините, это творог с луком. Нет, может, это творог с чем? С укропом и с зеленым луком. Знаете, что, нормально уже разговаривать. С зеленым луком. Лук. Вот, потом берете вот так вот ножичком. Это ж ножичек. Он когда растет красивый, а сейчас вместе красивый. Не, подожди. Кладем. Вот. И вот Настя вот, в общем, занимается такой темой. Вы не думайте, что она вообще нифига ничего не делает. Она действительно вот делает всякие вкусняшки для ребят. Угощает всех. В первую очередь для своего мужчины. А Саймон где? Саймон. Саймон лук же не любит. Зеленый не любит. Вареный не любит он лук. Да, вареный. А вообще этот зеленый он любит. Он кушает его. Да. То есть не надо нам тут, все любит, да, сами. Не надо нам. Вот. И в общем, Настя любит, в первую очередь готовит. Смотрите, вот это она делает для холостых пацанов. Смотри. Нифига у тебя сколько молока. А вот это она сделала для Сэма. Видите разницу? Это так, чтобы просто ребята слюни не пускали, хотя бы, знаешь, чем-то себе закусили. Это для всех, ты чего? Да ладно, чего? Ну дай хоть немножко по это самое. Дай, слышь, отсюда ты мне мешаешь. Вот, обычно я люблю ее делать так. Идиотка. Зачем ты так себя называешь? Ой, ладно, все, ребятки, всех был рад видеть. Давайте, увидимся завтра, я вам обязательно завтра напишу. Напишу. Выйду в прямой эфир. Давай. Максик, тебя не видно. Подожди, у меня почему-то камера не переворачивается. Вмещаешься? Понимаешь, если мы будем в одном зеркале, то ты точно не вместишься. Потому что ты отъела себе задницу очень большую. Нет. И поэтому нет, нам стало. Вадик, здорово. Короче, ребят, все, всем привет. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Терпения. Мужикам мужество перед своими женщинами. И чтобы у всех было все круто. И чтобы каждый чувствовал свою любовь. Всем пока.